Сотрудники одного из охранных агентств областного центра теперь будут ходить пешком. Приставы-исполнители наложили арест на иномарку их организации. Дело в том, что предприятие имеет задолженность в размере 280 тысяч рублей. Это в основном долги по зарплате и госпошлина. Руководство агентства по повесткам к приставам не являлось. На рабочем месте директора судебные исполнители также застать не смогли. Зато удалось выяснить, что организация зарегистрирована 4 машины. Однако арестовать автомобили оказалось непросто. Охранники тщательно скрывали свое имущество от посторонних глаз. Транспорт даже пришлось объявить в розыск. Нашли Рено Логан. Автомобиль приставы изъяли и передали на ответственное хранение.